На стадионе «Торпедо» прошел фестиваль ГТО. В нем приняли участие более 150 мальчишек и девчонок, которые весь июнь отдыхают в детских лагерях дневного пребывания. Челночный бег, подъемы туловища из положения лежа, наклоны вперед на гимнастической скамейке и другие испытания. Ученица инженерно-технологического лицея Виктория Чекрыжева нормативы выполнила с первого раза. Я пришла попробовать свои силы. По результатам хорошим должна получить знак ГТО. Подготовка и участие в выполнении нормативов ГТО укрепляет здоровье ребят, воспитывает волевые качества, развивает стремление к победе и уверенность в своих силах. Комплекс состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными группами. Сегодня на стадионе самые маленькие впервые. С 6 до 8 лет это первая ступень, поэтому те детишки, которые сегодня пришли, они делают это первый раз в жизни, пробуют и доказывают, что они могут действительно быть конкурентами. В этом году нормативы «Готов к труду и обороне» выполнили более 500 самых юных люберецких мальчишек и девчонок. Наиболее подготовленные стали обладателями золотых, серебряных и бронзовых знаков ГТО. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.